Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Одно сильное слово сотворит чудеса. Начало мая месяца следует проделать одну легкую практику, которая избавит вас от мучений и принесет настоящие чудеса в вашей жизни. У каждого из вас есть определенные проблемы. Есть какие-то неразрешенные вопросы. Есть обстоятельства, которые заставляют вас мучиться, переживать. Но вы можете провести совершенно легкую практику, благодаря которой вы избавитесь от того, что вас мучает. Вы откроете себе дорогу к богатству, к свободе, финансовому благополучию и откроете перед собой светлый путь. Наши слова, наши мысли очень сильно влияют на нашу жизнь. Энергию, которую мы излучаем при определенных словах, очень сильно может изменить нашу жизнь, как в худшую, так и в лучшую сторону. Но начало мая месяца проговорите всего лишь одно слово, которое изменит полностью вашу жизнь и принесет в нее только чудеса. Начало мая месяца у вас появится возможность изменить свою судьбу. Вам достаточно просто в течение дня повторять такие слова. «Моя жизнь меняется легко». Вот, казалось бы, слово «легко». Но если повторять эту легкую фразу, вы себе меняете свою жизнь, вы открываете себе новые потоки счастья и благополучия. Слово «легко» означает действие, которое не требует больших усилий, не представляющих особых трудностей, и открывает перед вами все дороги. Хотя бы 7 раз. Повторите эту фразу «Моя жизнь меняется легко», и вы увидите, как в вашей жизни действительно будут происходить только чудеса.